Привет, ребят! С вами Полина Червова, и вы на моем канале «Английский для начинающих» с Полиной Червовой. Сегодня мы с вами поговорим о том, как сказать «современный» и «устаревший». Погнали! Первое выражение «to be out of date» – оно переводится как «быть устаревшим, уже неиспользуемым, изжившим свой век». Например, можно сказать «the information in the tourist guide is already out of date». Информация в туристическом путеводителе уже устарела. Также можно сказать to go out of date, то есть выходить из моды, устаревать, когда мы хотим сделать акцент на процессе. Также из этого выражения out of date можно сделать прилагательное outdated. Получается, вы можете сказать outdated technology, outdated style, то есть устаревшие технологии, устаревший стиль. Или outdated information, устаревшая информация. Давайте составим несколько примеров. His writing style is boring and outdated. Его стиль написания скучный и устаревший. Или they used outdated technology. Они использовали устаревшую технологию. Теперь поговорим о том, как сказать современный. Самое простое слово это modern, современный. Например, вы можете сказать modern art, современное искусство. Modern dance, современный танец, modern language, современный язык, или modern architecture, современная архитектура, и так далее. Например, modern music is just noise to me. Современная музыка – просто какой-то шум для меня. Или modern cameras are very simple to use. Современные камеры очень просто использовать. И второе выражение, которое я вам хотела сегодня рассказать, звучит так – to be state of the art. Переводится оно как «самый современный, соответствующий последним достижениям». Например, мы можем сказать a state of the art system, современнейшая система. Или this is a state of the art gym, это самый современный спортзал. Давайте повторим выражения, которые мы сегодня узнали. Первое, to be out of date, быть устаревшим. Второе слово, modern, современный. Или to be state of the art, современнейший, соответствующий последним достижениям. Составьте свои короткие предложения с новыми выражениями и напишите их в комментариях, чтобы закрепить материал и чтобы я могла проверить и дать вам обратную связь. Поставьте, пожалуйста, лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, чтобы мы всегда были на связи. И до встречи в следующем ролике. Хорошего вам дня. Пока!